Никита! Номер 4, Салимова Сабина. Номер 5, Ульяна Семенова. Номер 6, Мария Соловьева. Номер 7, Полина Надеина. Аплодисменты не смолкают, так музыки мы не слышим. Альбина Зайнутдинова, номер 8. Номер 9, Вера Солодянкина. Номер 10, Федор Дружинин. Номер 11, Сенцова Алена. Номер 12, Замараева Анна. Номер 13, Шевченко Арина. Номер 14, Илья Вахнеев. Номер 15, Изабельского. Номер 16, Агата Сергеева. Всем участникам и себе поаплодируйте. Вы молодцы, вы все уже молодцы. Я приглашаю на эту сцену члена жюри независимого консультанта компании «Орифлейм» Валентину Незамиеву. И насколько я знаю, пока вы все собирались, уважаемые гости, вы заполняли определенные талончики беспроигрышной лотереи. Да, совершенно верно. Тут не поддерживает ваша мать. Так, ребята очень умноются. Мы разыграем три главных приза, остальное все написано в условиях, которые вам дали. Это плечко. Микрофон замените, пожалуйста, ничего не слышно. Мы разыграем сейчас три главных приза, а за остальными сходите свободно от работы времени, я так понял. Там все написано у вас. Итак, Олег Александрович, как мы будем разыгрывать? Вот, это дверь. Давайте разыграем, ничего не дадим. Давайте. Ну что, может быть, тогда вы как доверяете Олегу Александровичу? Нет, давайте кто-нибудь. Видимо, нет. Давай пригласим.